МЧС предупреждает о возможных паводках. Стихию ждут в Актюбинской, Костанайской и Кызылординской областях. Руководство региона в спешном порядке осматривает местные водохранилища. Некоторые из них уже наполовину заполнены. Коммунальные службы работают в авральном режиме. В первую очередь снег вывозят из дачных массивов. За ходом спасательных работ в стране наблюдает Бахтияр Таркеев. В Актюбинской области готовятся к наводнению. Под угрозой потопа сразу несколько населенных пунктов, в которых проживают сотни людей. Есть вероятность, что затопит и окраины города. Специалисты считают, что в первую очередь большая вода придет в эти дачные массивы. Здесь уже в авральном режиме работают коммунальные службы города. Вчера в Казгидромете сказали, что в Актюбинской области будет ранний прилив уже 20 марта, а основная норма 4 апреля. В случае наводнения в водном плену могут оказаться тысячи людей. Конкретного числа у местных властей нет. Известно, что в подтопляемых районах порядка 50 дачных кооперативов, а это сотни домов. Дал поручение, чтобы провели предупредительную работу, предупредили, чтобы действительно те дома, которые находятся в низинах, в устьях рек, озер, они должны сегодня, конечно, покинуть эти дома. Местные власти даже готовы переселить людей в другие районы и таким образом минимизировать количество пострадавших от наводнения. Вода сюда может прийти в любую минуту. Уровень рек в регионе за последнее время поднялся на несколько метров. Водохранилища уже заполнены наполовину. Все зависит от быстротечности прохождения паводка и начала. Если оно резкое потепление и быстро начнет таять, а плюс к нему еще дождевые осадки, тогда уже опасность неминуема. Тем временем в Уральске местные власти дали задание укрепить прибрежные зоны. Вода уже размыла часть берега. Могут пострадать жители дачных кооперативов. По информации руководства области, там зарегистрировано более 7500 человек. С каждым решено провести разъяснительные беседы. Доведение данной информации до каждой семьи, проживающих в товариществах, под роспись. Такая работа в настоящее время, она еще продолжается. И вот жители, живущие на дачных участках, при возникновении соответствующей ситуации и при их оповещении должны эвакуироваться из своих домов в безопасные места. В целом же по республике.